не все укладывается в голове. Вопрос. Личная публикация по микрофоссилиям в алданском щите в графитовых сланцах, по-моему, Кашевого. Да. Перепроверялись ли эти данные, потому что у нее тоже были эукариоты, и интервал там от двух чуть ли не до 4 миллиардов лет. Я знаю, и у меня некоторое время тоже. Да. Значит, к сожалению, то, что сделал Кашевой, это были ошибки. Ну, вот я всегда Решину рассказывал эту замечательную историю, когда Кашевой принес мне препарат и говорит: «Алексеевич, посмотрите, у меня здесь микромамонт». Я, значит, заглянул, там такое зерно, и он говорит: «Вот они тогда были такие маленькие-маленькие». Поэтому это тяжелый случай, вот. Но я думаю, что среди препаратов, которые он готовил, а он, знаете, как делал? Он брал породу, соскребал этим самым скальпелем, да, и в микроскоп засовывал. Ну и, конечно, некоторые из них напоминали, ну, скажем, микромамонт или что-то в этом духе. Во всей этой истории образования минералов, почв, жизни большую роль играет кислород. И вы говорите, что кислород был довольно рано. Так вот, чтобы микробы действовали, конечно, нужна энергетика. Какого происхождения этого кислорода и какие другие энергетические ресурсы могли быть использованы микробами для развития минералогии, жизни и всего прочего? Говорил это, ну, если хотите, намеки к тому, чем надо заниматься. А вы хотите от меня ответов на все вопросы. Особенно те вопросы по энергетике, которые наиболее сложны будут, это ясно. Пожалуйста, пожалуйста.